Итак, для того, чтобы понять, какой перевод лучше подходит, я покажу, как бы поступил я. Итак, мы не видимся в режиме Simple, нашли два пайя, но все прекрасно. Он говорит, что Island Born – это одно из значений в Харивамши. Означает, что у нас есть такая аббревиатура Харифа. Следовательно, я иду на главную страницу кёльнских словарей, выбираю режим D, это download, для каждого словаря такое есть, и беру XML zip, качаю его, он у меня на самом деле уже скачан, и беру самый большой файл по размеру 66 мегабайт, это и есть текст словаря Мони Вильямса. Так, значит, и я знаю, что мне нужно париф. Да, count matches, find all. 6379. Вхождение. Bookmark all. Мы видим, что аббревиатура Harif находится внутри тегов ls, как и положено, литературный источник. Теперь мы берем в m-editor меню edit. Bookmarks, this document, extract bookmarks lines to a new file. Все. Теперь у нас есть рабочий файл, где есть значение из Харивамши. Все ли тут слова представлены? Не знаю, но это неплохая отправная точка. Хариф. МВ. Вот. А дальше уже можно смотреть, как автоматизировать работу. Но эти значения, эти слова, скорее всего, нужно будет задействовать. То есть список. Почти в 7000 слов, это достаточно существенно. Например, найдем, сколько у нас предположительно здесь внутри этого списка глаголов. 108. Но не у всех есть отсылки к Хатупатхи. Так, посмотрим. Знак. Но это и есть и не внутри глагольных статей, это плохой признак. 183. Previous. Да. То есть с этим файлом я бы в дальнейшем отдельно поработал бы.